Всем привет, с вами Ануар, и вы на канале Curative CG Компьютерная графика. И в этом видео вы узнаете, как создать свое свечение в программе Substance Painter. Но перед тем, как начнем, прошу поддержать донатом проект мультсериал. Более подробно про мультфильм вы можете прочитать у меня в телеграм-канале. Ну а теперь начнем. Открою готовый проект. Как работать в программе Substance Painter, вы найдете у меня на канале. Ссылка на все уроки будут в описании и по подсказке. Для этого объекта хочу добавить эмиссив, свечение. Для начала мы должны добавить канал свечения. Для этого переходим в настройки текстур и на вкладку канал нажимаем на плюс и выбираем эмиссив. Это наше свечение. Как видим, появилась вкладка эмиссив. Далее давайте создадим новый fill layer, сплошной слой. Добавлю к нему черную маску. Перейду в слой и уберу все, кроме эмиссив. В свечении поменяем цвет. Пусть будет таким цветом. В любой момент вы можете поменять его. Как можно наносить свечение? С помощью выделения полигонов. Обычной кисточкой или альфой. Я выберу с альфой, подберу что-нибудь подходящее. Альфу вы можете создать сами, это обычная черно-белая маска. Я выберу вот эту альфу с трещиной, нанесу его на модель. Добавлю еще одну альфу на глаза. Для того, чтобы усилить эффект свечения, нужно зайти в настройки шейдера. Найти здесь эмиссив интенсивность. И увеличить его. Как видим, свечение работает хорошо. Спасибо, что досмотрели этот ролик. Поддержите проект мультсериал донатом. Не забудьте подписаться на канал, если не подписаны. Всем пока.